92-м году где-то приехал Ихсан Салих и заказал мне медаль самой многодетной мамочки, у которой 16 детей. Я, конечно, сделала медальку круглую, и мы ее отлили с Марит Хусейновной из стоматологической смеси в металле в стоматологическом, потому что лить из чего-то у нас не было ни технологий, ничего. Но я так прониклась, что я вылепила вот эту скульптурку. Ну, она в традиции скульптурная. Вот я ее, конечно, не долепила и поняла, что нет смысла долепливать. А как я ее переведу в материал? Никак. И она у меня простояла. Вот у нас был старый домик, Света, помнишь, деревянный. Угу. Мы снесли домик, мы строили в два этапа этот дом. Она сохранилась. Так это лет 20? Да, она 28 лет назад. Она сохранилась, у меня дети появились. И у меня удивительным образом сохраняются какие-то вещи, сделанные из бумаги. Не то, что студенткой, то, что я в художественной школе делала. У меня есть рисунки из художественной школы, когда мне было 13 лет. Вот. И потом как-то увидел Рустем Меритуков, говорит, это что? Говорит, залепила. Он, да министр нет. Здравоохранения да, наш. Да, 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 Рустем. И он говорит, доделай, пожалуйста. Я как подумала, что доделай, это легко сказано. Пластилин требует одной техники. Серебро требует совершенно другой проработки. И вот я сидела два месяца. Возьми, ой, пожалуйста, какое Надежда. Чудо! 2 месяца я иголочкой. Она же маленькая. Я не могу ее сразу. Вот теперь уже могу увеличить. А чтобы доделать, надо было делать вот только так. А этот ребенок маленький, я его полностью... Покажем сейчас его да, личико. Прям. Отдельно сделала, у него ручки, ножки, все-все-все настоящее. И потом его всадила туда, потому что скульптурно, если ты просто наметил, опытный скульптор видит, что там не помещается ребенок, что он не настоящий. Надо все сделать по-настоящему. Все ручки, ножки, пяточки, а потом одевать. И вот, когда я одевала, там пяточки прятала, мои дети так жалели. Мама, такой малыш, ты его прячешь. Я говорю, какая мама... А вот покажем, вот его прям видно, да? Да, что вот какая он... мама голенького ребенка не укроет своим платком. И вот получился такой цветок, я назвала. Вот цветок жизни, 5 лепестков. На нем тоже цветок, девушка. В ее руках тоже цветок. А шапочка адыгская, это тоже цветок, вот как цветок жизни называют, многолепестковый. И на нем еще один шарик, цветок, бутон. А на шарике еще птичка, как еще, это вот как фрактал. Ой, здесь птичка еще там сидит? Там птичка сидит, да. Ой. Это как бесконечная жизнь, фрактал, цветок. Это вообще может стать символом материнства, детства, ой, ну... Это сейчас моя любимая работа, потому что она последняя. Ну и потом мне мало приходится делать вот таких скульптур, а на самом деле это то, чему я училась.